Привет, с вами Комаров Виталий. Ну, короче, сегодня у меня такой случай интересный произошел. Звонит мне, значит, человек с утра и говорит, мне нужно сделать кусок. Я такой, ну, хорошо, что за кусок-то? Он, ну, понимаешь, она вот такая вот квадратная, а посмотришь, она круглая. Я не понял, что это за фигня-то такая. Как это делается-то? Он на меня... Ну, ты мне делал это что, 2 года назад? Я, нифига себе, круглая, да еще и квадратная. 2 года назад я это делал. Какой-то гениальный, наверное, жестянчик. Ну, понимаешь, вот смотришь на нее, она квадратная. С другой стороны смотришь, она круглая. Я хорошо вклеп, что ли? Да я не знаю, как это называется. Ну, вот такая вот хрень. С одной стороны она квадратная, с другой круглая. Я, хорошо, мужик, давай приезжай сюда и объясняй мне на пальцах все, как это должно быть. Он ко мне, значит, в мастерскую заходит и смотрит, вот, видит трубы. И говорит, вот она круглая, а вот она у тебя прямоугольная. Мне вот нужно квадратное. Вот. Короче, сделал я ему кусок патрубок на 150 диаметром и 150 высотой. Вот это вот круглая квадратная фигня такая называется, оказывается. Имейте в виду, если к вам такие придут. Так что вот это вот прямоугольное, вот это вот круглое. Вот сделай мне прямоугольную штуку, но чтобы с другой стороны квадратная была. Или там как, я не знаю, как это можно придумать. Сделай мне прямоугольную штуку, но чтобы она круглая была. Вот. Так вот. Все, вот такие, такой вещи я с вами поделился. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Покедова.